Хурматлы кадырлы Бадриддинов Рамиль Бурханович, дорогой наш коллектив замечательного колледжа искусств. Во-первых, вам горячий солнечный привет из Дубая. Шинкум ульдан куттым сизны шушузур байрам блян, юбилей блян. Желаю нашему колледжу искусств процветания, долголетия, хороших, послушных, талантливых студентов вам желаю. И также от всей души хочу сказать вам большое спасибо, огромное спасибо. Каждый раз, когда я даю интервью, когда у меня спрашивают, как я добился таких успехов, как я путешествую, как я выступаю в разных странах, как я выступаю с артистами мирового масштаба, не побоюсь этого слова, я всегда упоминаю наш замечательный колледж искусств, потому что на самом деле я очень сильно благодарен. И всем я всегда говорю, что знания я получил, конечно же, в колледже искусств, особенно по саксофону. За это я всегда благодарю Рамиля Бурхановича Бадриддинова и весь преподавательский состав. Строгие, когда нужно. Это все всегда было адекватно, уместно, оправданно. На самом деле, благодаря этому я сейчас могу путешествовать. Я не нуждаюсь ни в чем. За это очень благодарен нашим дорогим, замечательным преподавателям. Еще раз от всей души вас поздравляю. Если вдруг студенты посмотрят это видео, хочу сказать, учите английский язык, занимайтесь побольше, каждый день занимайтесь. Эти знания обязательно вам понадобятся. И верьте в то, что у вас все получится. Рамиль Бурханович, с юбилеем! Тағын бір тапқыр қабатлайым, ең көбі мені Бадриддинов Рамиль Бурханович шушы сәнғат күлетінде Ершавлада ең көбі білімін ол мені берді. Ол күлетінің директоры, ол Бекстроги, ол мені қара уақыт айтайды. Менің сағат 7-де ішлерім башлана, ертеңгі 7-де, 8-де шул вақытқа қатылы келсең, біз сені білен шығырланамыз деп, хам ол өзі олтыға келіп отырайды, хам мені күтейді, өзінің ішлерін ішлейді. Yuragimning turinda urinni yo'lab oldim. Men bit hatta ko'p yillar ilham chig'anag'in sensiz topolmadim. Qulingni ber yonimga kel jibarim qisib tutdim bir qochan jibarmim. Bu mezgilni men hechiksiz antirg'a tillamay. I'm losing it.
как я живу. Уже 3 года нахожусь и занимаюсь творчеством в Дубае. Также пишу музыку, пою, естественно, преподаю. И вот вначале забыл сказать, что именно в такие моменты, когда ты уже отдаешь свои знания, ты по-настоящему понимаешь, насколько это тяжелый труд, во-первых, и во-вторых, ты понимаешь, что мои преподаватели – настоящие профессионалы своего дела. И я очень рад тому, что я сейчас могу передавать следующему поколению свои знания. Большое вам спасибо! С праздником!